Бывшие военные встали на коньки и взяли клюшки. Необычный хоккейный матч прошел в Красноярске. Особенность в том, что всем участникам больше 60 лет. Игру приурочили ко Дню защитника Отечества. На торжественное приветствие мужчины вышли в головных уборах тех войск, в которых они служили. Одна из команд облачилась в эксклюзивную хоккейную форму «Енисейская Сибирь-60+». Название не случайно. За победу в необычном поединке сражались жители края, Тувы и Хакасии. Многие из них, кстати, работают в далекой от спорта сфере. Вообще вне хоккея я адвокат. Занимаюсь адвокатской деятельностью, уголовные дела и так далее. Вот. А хоккей это у меня с детства. Начинали еще банки гонять. Вот до сих пор мне 67 лет. Вот. Ой, извините, 68. Я всю жизнь в хоккее. Хотя по профессии я игрок в гандбол. А в хоккей встал, когда мне исполнилось 60. И теперь до сих пор играю. Нравится очень. Это очень боевая игра. Требующая высокой координации, мышления. Она как раз для людей, у которых уже все в порядке с головой.